стоит, он типа рэп ебашит. Ну, что-то похожее. Ты... Так, ближний бой. Уголя Лара. Ну, 28 тысяч, это не так дохуя урона. Так, Радвар, получается, уголь. Ну, вот Радвар, типа, сложил, да, там, была эта ярость, и его сложил, получается, мили-атака. Там танка просто не было. То есть, вот так, я и Радвар мы побежали на третью. Там, вот там мили-атака. На третью нужен обязательно. Ой, Войт, на третьем надо, Войт, заходить. Еще один раз перейдем на вторую фазу и на сегодня. Нам хотя бы дожить, типа, до второго призыва. Да, чтобы... до второго призыва. Там, я не знаю, прям мы как-то с его очень сыграть. Хоть просто, знаешь, отправить трех человек на смерть, да. Остальные стоять хилиться. Бабл нажат там. Ну, просто дожить, посмотреть, сколько перьев будет. Один каст или два каста. Элбрил, заходи. Захожу, грузится. Там Миша что-то вроде писал, ему отбежать надо. Если что, я тут. Тимыч, танка чешка. Ботинки танковские и кольчужный пояс. Так, Мозер, Радвар, Затаваков, Фарад, Адмирал, Вага, Элбрил, Полина здесь, Мозер здесь, Раздавака, Фарада, Вага. Идите на позиционку, установите, чтобы сразу было видно, кого нет. Бафы дайте все. Бафы. А может вопрос, кто бегает по большему кругу из РДД? По большому кругу? Типа у стеночки? Да. Не знаю, я на маленьком бегу. Ну, посмотри, кто там стоит. Я просто пострела, на маленьком бегают все, а на большом только Жуну и Энсказу. Ну, на маленьком никто не умирает, и похуй, скорее все бегаем, в чем проблема. Где Фарада? Может, им да тоже бегать на маленьком, может, там сильный ДПС посаживается. Ну, вот... Казом умер, например, он на большом. Там закрывает постоянно мид-зона. Там еще раз, народ, рейндж у лужи намного-намного меньше, чем, ну, нарисованный. Кирс, я в бою переставляю три раза прямо. Да я тоже переставлял. Я сейчас просто проверил вот эту рейнджу, достает, не достает. Это вот по-моему все достал, да. Типа, ему нужно 5 минут назад, он написал, ему нужно пойти 5-10. Уже, блядь, 5 минут прошло. Ну, он 5-10 написал. Это и будет. Он в инсте хотя бы, да? Или нет? Но он не в инсте вроде бы. Нет, подожди, сейчас. Ну, он в долларане вообще. Ну пускай все любезно зайдет на один пол и все. Раздавака, Лава и Фарад. Фарад же сказал то, что он это поехал. Вроде. Он не поехал, написал, он сказал, отойдет на 5-10 минут. Ага. Ну, что-то показалось. Ну ладно. Ладно, хисаями, сумантиями, Фара, да. Ваги все равно пока еще нет. Я же говорю, бесполезно. Фара? Шикарно. Это давно известный факт. А еще одна раза. Как и ты? Я не отвечаю.
Нефес нет, фаери. Фаери, а. Чем больше дамага будешь наносить, чем больше, в том и будет. Лага появился, нет? А, поверить, типа, тоже. Сумоньте уч. Да, тотем на прилива ману даю, все хилы достают. Я не знаю. Рик на ап будет все херачить. Такой вопрос. Прости, япончик, Неллик, Слобик. Вы в Дискорде? Да, Слобик, да. Остальные три приста. Да. Нет, лучше суманули, нет? Неллик сидит в Дискорде. Просто Уть сидел. У него доступ есть? Он убивал Ураску с нами? Ты про Неликса или про кого? Ну я же называл мне. Чё он здесь? Так я-то здесь, я не знаю, что делать. Митя. Бегай с миликами. Увидишь, типа, каст перья и ну, и все милики прибегают. И прибегаешь тоже. Сориентируйся за миликами и максимально ДПС по боссу. Адмирал, Хисаями, что не хватает лапы, дайте. Да, лапу. Гречу, Хисаями. Все, все здесь, все готовы, даю что. Давайте не обострёмся, пацаны. Это будет срочно. Народ, подключаешься. Там. Ты будешь на подстраховке. Там не бурстишь, ты погрузишься. Прибежали. Забираю. Вот и минус к своему, видишь? Критично близко. Ну, вот за контролем, контролем второй. Могу забрать. Сильно. Забирай, забирай, забирай. Одного за контролем. Блять, склади дальше, дальше, дальше. Профессионально поймал его. Усиливается. Народ пока свободен, может дать бой по сейчас. Это лужи. Наперед кто-то забежает. Там моба эти два пускай тоже доходят. Похилхис. Вот блядь. На хп. Магия. Да. Ну я напросил. Снова появится. Открываем парочку. Это взрывается, еще один. Так, сейчас у меня стаки пропадут, заберу. Все, забираю. Здесь.
Могу забрать. Скажешь. Просил. Слушай, не выбежали. Забирай. Гена, поднимай, блядь, с женой она обязательно. Наверное, сразу, наверное. Аст. Баф и масбаф пожми. Моба. Два первых пускай заходят. Дальних контрольцев. Подводи босса. Босса, босса. А ты, блядь, за контрольцем моба. Где контроль, локи? Забирайте кто-то там. Забудились. Блять. Три. Рулет, лёг. Ну чё за херня? Почему вы ложитесь, блять? Ну, свитчатся хилы не успевают или чё, я хуй знаю. Ложите. Там нужно какой-то дев сразу отдавать перед там. На сегодня всё? Нет. До второй фазы пока не дойдем. Я просто хотел камень вращения нажать. Ну вот, блядь, два человека меняешь, один сразу дохнет. Магом причем, понимаешь? Ну он не был, по-моему. Там ничего удивительного, там хп-то у него 20 тысяч, блядь. А куда тут 20 тысяч? Под бафами 30. Это первый нюанс. Второй нюанс. Все мобы идут в босс. Где хоть какой-то контроль? Дальних, блять, контролить, нахуя вы ближних контролить? Ну потом. Нет, как ближних контролить, если у тебя пачка идет там 6 мобов вблизи. Ну, если пачка надо, будешь переконтроливать ближних. Ну а потом уже кидать контроль на дальних, которые. Ну, то есть я, например, так делаю. Я сразу кидаю циклон на ближнего, а потом еще доверяю контроль. Появляются, пускай они идут. Но там иногда очень много сразу появляется боссы. Эх. Жан, блядь, заебал. Чё, салам алейкум. Чё танки ложатся? То есть корни я кидать не хочу, потому что слишком долго они в рутах стоят, да? В чём проблема у хилов? Почему Нурхлет ложится? Нурхлет, когда таун жмёт, у него сразу идёт просадка на 80%. Вторая тычка его убивает. Ну это по всем почти танкам, типа они ретаунсят сразу там. Плюха, типа, на полвица. Если, допустим, пианист или воет, говорят, я беру, мы сразу свичимся, начинаю, вот я начинаю оверхилить. Нурхлет, блин, ну, сразу раз и забрал. Все, мы не успели. Я ничего не говорю. Просто Лёша сказал, что, типа, кто может, тот и забирает. Я смотрю по танкам, ну, блядь, тык-тык, все, нет его. Ну, то есть, он даже не предупредил, что забирает. У вас все танки в одной группе. Свичи. Ну, у меня касс. Нет, тебе и Полина говорит за то, что ты, когда ты забираешь, ты говоришь, и они начинают уже, как бы, ну, оверхилить вас. А Нурглет, так скажем, забирает внезапно, но сразу на пол лица. Да. Ладно, окей, я про ноль. По танкам, по ноншу, кто что будет забирать... Баф, раздайте. То есть они просто не успевают, ну, всего того, то, что внезапно это происходит. И старайтесь, когда мобы появились, подальше босса. А если что, 2 ДК дадут притяжку, 2 моба первых сразу же мгновенно. Вот, если ты свободен, давай притяжку сразу же мгновенно. Мобы только появились, одного уже притянули. А вы когда ретаунтите, вы отходите назад или вы вместе стоите? Смотря где как. Смотря каст тогда. Все готовы, даёте. Все зависит от того. Рулет берёшь через 2 секунды абсорбер.
даст. Пробежан. Мы на зону вышли. Ну вот ближняя, которая сейчас в мегазоне появится, я забираю, да. Этот ближний, который в мегазоне появится. Контроль, контрольцем всегда, который с правой стороны в ДД пал. Каст. Босса. Эти ближние, которые появились возле этой зоны. Вот это что было? Ну, законтрольте. Скажешь, без, бля. Ну, блядь, не кидайте это, забирай. Сейчас забирай. Не кидайте эту хуйти. Чё, тотем или ему, или что? Клади, босс. Заходит. Вообще. Норвет. Он без так. Заберет. Сейчас Норвет готовится его выберет. Вообще. Чего, пускай заходит эти. Фаст. Норвет забрал. Мобы появились. Два первых моба с правой стороны. Законтрольте. Клади босса, ты иди. Через 3 секунды забираю. Забираю. Два пускай заходят. Сюда. Каст. Ну, мелики, фиксация. Могу забрать, но мне капля нужна будет через секунд 10. Скажешь. Режим квадрал пока что. Скажешь. Что Войт забирает. Каст. Дал все капнуть. Босса немножко выведи оттуда. Сюда. Что этот моб пускай взрывает. Второй тоже пускай взрывает. Зачем, а народ, нет? Приготовьте, сейчас на руглет будет. Забирай на руглет, на руглет охилите. Ответите босса, босс на все. Два пускай заходит. Третьего по контрольцу. Отведите, отведите босса. Дальше отведите босса. Ну вы, блядь, не видите. Мобы, блядь, догоняют босса, блядь. Три, вы стоит. Этот. Дайте БР попуще. Нет. Жнуэн, дай БР попуще. Маны ему. Незыбка есть, танчу пока. Вот, блядь, ну где-то опять проебали, вы чё? Блядь, ты забрал у меня зыбка. Вот. Я забрал бы. Ну где-то, мой народ. Спасибо. Нету дефов. Но рулету бафы дайте. И это. Рулет по готовности забирай. Блять. Босс отведите. Яна есть БР. Еще нету. Как появится. Иди справа, пожалуйста. 20 секунд. Прохиливайте.
пусть после каста начнешь плакать. Сейчас Войд будет забирать, Войд хитить. После этого каста. Пиздец. Войд открыть. Мобов контроль. Пойди, босса. Дал бланжеты. Сейчас заберу босс. Забираю босс. Нахуй не вернуть обязательно. 12 лямов. Есть возможность заберет. Все, Нурглет освободился. 10 лямов. Нурглет хилит. Бьем босса. Бейте, бейте, бейте. Чуть с переходкой. 6%. Больше, 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 больше. Да моба уже под. Смысла нет, видишь, как второго комплектерия нельзя переводить. Вот все мобы. Ну тут без вариантов уже было. Перефаза, вот и вайс. Блядь, опять Нурглета не прочитал. Смотри, они типа не. Может сейчас появятся, да? А, я не поползу. Да. А ты вот говорил, что на 50% сами. Просто гена не видно. Вот ползут и взрываются. Жаешь. Че, давай. А ты говорил, перевели. Надо было стопать. А там уже процентов типа. Ну, было мало. Я просто анонсил лямов, а какие там косты, я, честно, я не следил. Первый там был, второй. Понимаете, если, блядь, сложится один танк, это 100%, что. Вероятность даже не 100%, ну, 80%, что упадут еще два танка. Ген, вон там монород пишет. 5.1 перевод. Ну, блядь, я вам говорил, 12-10 лямов, а я говорю, косты, я не следил, какие были по счету. Я смотрю уже типа 6 лямов, да, и там был вариант уже тупо 1 лям. 0 до 5, сколько там? Дайте лямов. СС по Нурглету и по Войду. Там же просто над дотом и дотом он заперевелся. Ходом банально из-за того, что у нас сдохнет танк. Мы танчим слишком по дохуя времени. Может нам. Да, ну давай спекнусь и в 6 хилов. Ну, зато переведем. Может, нормально. Да нету смысла в 6 хилов, блять. И так все должно прохиливаться. Его просто ложит. Слышишь? Ну, народ может чуть немного подержать, да. Леха, там же дамаг растет со временем. Нам танчить 4 танка по 20 секунд проще будет. Ну, народ в танке. Стоит забирает, тоже получит. Ну вот, нам надо просто по 20 секунд это делать, а не по минуте, как мы танчим. Вы танчите. Короче, по 40 народ, секунд. Народ, будешь между нами забирать под прожим, чтобы 100% ты не упал. Окей, хорошо. Инстинкты 2 минуты или 3 часа? Ну, народ. Несколько, да. 20 секунд, если что, это 5 стаков на танке. На 5 стаках следующий менять должен. Но кожа типа да будет постоянно откадешиваться. У него все будет откадешиваться. Не, у него инстинкты не будут откадешиваться. Это инстинкт, это экстренная прожимка. Знаю. Еще типа можно поставить глиф на. Как оно, на восстановление, да? Девка, давай ты вместо меня хилом, а вместо тебя Фарадовым кто-нибудь зайдет. А чё, давай, ладно, уж последний пол. С друидом же мы нормально захиливали. Без проблем вообще. Хавки нет. 4 танка по 5 стаков, проще чё? Хилом будет, сейчас сразу увидите. 4 таргетных хила ещё. 4. Друид это ОЕ хил в большей степени. Я не таргетный хил. Ну ты вместо друида, значит. Бэров? Про Бэра сейчас забудьте, кстати. Самый ближний 4 минуты. Планета Библ шептает. Рыбы нет.
Да за, блядь. Нытики. Кстати, каску дай, по-моему. Мелики, попробуйте немножечко разрозненно стоять. Там, потому что в одно место прилетело 3-4 пера, и там Редвар раздавак сразу. Да, там 3 пера прилетело. Я немножко отдельно от вас стоял, мне урона вообще не пришло. Крикну. Даю про. Что-то нету с бафы. Кулака. Наверное. Ну, зарчуть. Да. Стали на гонку. Даю отчет. Старайтесь танки подальше от босса проводить, чтобы мобы, когда он делает каст большой, чтобы мобы в него вот промежуток девались по 3, по 4 штуки. Когда идет каст в луж, он на месте остается, и мобы сливаются. Адмирал, проснись. Сейчас подвис. Как обосрался. Прибежали. Где я, кто я? Еще 5 стаков понял. Первые мобы появились. Через 5 секунд забил. Пускай сразу сливаются. Первый моб. Нормально? Потому что в луже постоял, да? Монород, готовься. Забирай босса. Монород ищет. Умирал, блять. Мне вот 3 супернова 6, 13. А теперь понял, почему вы дохнете. Вы, блять, в луже постояли, дика взяли. На повышенный урон, блять, это. От огня, и вот вас мобы ебут. Минус 8. Ну вот. Поэрофник. 40 секунд первый. Раз. Вот. 3. Мах не может блинк нажать во время, чтобы служу убежать. Ложитесь, нету смысла. Я на спеку себе в хила, адмирал, выходи за инст. Бесполезно. Сказал, что я завис, бля. Ну, блядь, там не будешь видеть. Элбрил в ДЦ. Лагу обратно в рейцу. Обычный вопрос. Я... А шаманок знаю мало, но почему все трай у Джонни Тотема на первом месте по захилу сам Джонни Тотем? Через себя хил. Ну, хила всегда первый... Хил... Ну... Первое место это... Салан, ты сам себя отхиливаешь. Ну, типа, у Полины 20% пианист, следующее 10% Мандарот. Я ее вообще у себя не вижу. Объясняю, ну, типа, у себя. Он хилит 2-2, и у него хилит... Флоус, ну что за эти? Два-два через что-то два, блядь. Ну, чё по количеству исцеления эффективного они примерно равны. Но вот по избыточному исцелению у Джонни Тотема меньше. Рыбу ставлю.
Я просто в 4, ты 5, у меня... Я хилю мало, и тогда у меня символ не срабатывает. Он просто через большую волну хилит, а у него символ стоит, который отхиливает себя на 20% от пола. Бля, такой же хочу. А малая волна, она так не хилит. В 4 ты 5 такого есть. Нет. Да, вот все объяснили. По избыточному, ну, если я сейчас кастану волну, она у меня кастует 40 тысяч. Есть починиться. Джонни намного меньше. То же самое. Дайте джипс. Все, отлично. Даем. Чё, Гену нравится? Ах, имба. Вам надо просто, блять, пережить первую фазу. Одни сложно. Я понимаю, что тоже нужен Вагусу. Каска сейчас раздам. Все будут в инсте, раздам. А вот прикинь, Гена, некоторые хилы говорят, что этот символ не стоит брать в хила. Ну говно ебаное, потому что так оно и есть. В смысле? Ба. Вообще себя хилить не надо. Никогда себя... Нет, вру, ладно. Мне приходится хилить себя топу, потому что, чтобы сам себе регенил маму. Вот смотри. Взять того же этот совет. Самая полезная тема. Даю проверку. Бафы дайте паладин. Кто первый? Нургли? Всегда он, потом пьяни, да. Потом Войд. И повторяется. И потом Монород. Лапу прожми. А да, еще Монород добавился. Все, все готово. Позиция для отчет. Давайте не обострёмся, пацаны. Милите левее, правее, боссы. Стойте, вам меньше урона будет прилетать. Уже пять. Уже дура. Это плохо. С коста. Лёша далеко. Да я Войда хит его тут. Первых мобов. Эти одного забыли. Твади босс. Твади босс. Монород, вперед. Монород, ахильте. Два стака, отведи босса. Вот ты, блять, минус 3. Ну серьезно, ты не видишь. Есть бузар. Я буду похуй. Я не отбал. Жена БР есть? Блять, забирай. У всех есть БР. Жена, я не понимаю. Служами, блядь, не проеби. Прибежали. Алина, встать есть? Я выложу. По дроидам рыбал, быстрее. Да, я встаю. Нищит, блядь, ну куда ты встаешь под эти? Он опять упал. Еще нет. Ложимся в пизду.
не хочу даже травить. Ген, я это сказал, чтобы вы на меня хотом накидали специально. Так ты встала, когда они сразу же, типа, нет, уже пошли. Нет, они еще шли, Ген, нет. Нужно было до вставать, до этого. Там не ход, там ты, тебя просто убьют, потому что бафов нет. Слышишь? Там лужа была. Ты слышишь меня, о чем я тебе говорю? Ну, значит, ждать нужно было. Еще раз, херачим. Блять, ну какого хуя вы дохнете от луж, блять, народ? Где, блять, кайт босса, танки? Ну вы не можете, вы не видите, блять, что мобы, блять, за боссами идут. У меня вас... пинг... Вы не, блядь, на себя подвести босса? У меня пинг полтора часа уже, как 1500. Оставайся. Меня просто напрягает один момент, что танкам приходится озвучивать, блядь, отвести босса, потому что сзади мобы. И на вас там, блядь, пару дебафов. Тут дохуя нюансов. Короче, самое основное, вот он вторые перья кастует, да, после них будут вылупляться мобы сразу. Так уже на втором, на этом касте перьев, надо просто дальше его оттянуть на себя. Будет проще, то есть дальше отбежать. Бафы. Просто напрягает то, что, ну, реально, блядь, мобы, кайтер, это... Контроль-то я вижу, контроль. Просто в чем сложность отвести босса, бля, чтобы мобы дольше шли, чтобы дебаф быстрее спадал. Рыба стоит. Просто я когда босса сам танчу, я вижу, у меня дебаф есть от этого. Я вижу, мобы подходят или нет. И отвожу при этом босса, если мобы подходят. Тебя сразу дергаю босса, чтобы мобы не взорвали. Это, блядь, ритм. Это критично. Вам просто, блядь, надо с Иволом немножко все поделать. Выжить. А вторая фаза интересная. Даю проверку. Сессы по танкам. Джонни, 46-92. Все готовы, даю отчет. Подвигайте. Три, народ, блядь, да, когда перья летят, как перья, подвигайтесь, перья, блядь, духу, перья. Красный. Долго, блять, мигайте, очень долго. Вы не за боссом бежите, вы наперед босса перебираете. Забрали. Охуел руку. Ой, что за... Забрал. Не забираю. Иди лучше сразу, после каста, когда мобы появятся, на ум оба сразу прийти. Этого ближайшего появится сразу. Идите, босса, клади. Сейчас забираться не. Нормально. Трачим дальше. Смотрим на коста. Я могу пускай да. Каст, перебежали, миники, быстрее уже должны, блять, перебегать. Отведите, боссы. Тебя, босс. Все, пройдем. Народ, готовься. Монрод, нахилите, монрод. Дебафы с ним. Спели.
Раз прошел. Смог. И дальше, что чуть там? Дальше. В тройка. Еще дальше. Дальше. Еще мобы появились. Два первых сразу. Пашка пошла. Отводи босса. Тебя. Рублет пошел, рублет. Веди. Обух, обух. Отведите босса, блядь. А народ БР, жмем БР, ем быстрее. Жмем БР, да, и вперед выбери. Прохил. Давай, бак. Забирай, ну, блядь. Сейчас. Сейчас забрал. Приступа в каску. А каску тебе того? Ну я просто озвучил, я не смотрю здесь. Каск. Забираю Т4, даю. Давай Т4, отводи бот. Нормально там? Вот эти тоже пускай два доходят. Застопорните одного. Монород, готовься. Готовь, килим монород, а монород забираем. Лики. Рахил, я на себя, 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 тебя, я. Не может. Что, блять, происходит? Чё я на второй раз? Да я уже сплю, закрыли всех сторон. Бьём. Рулет забирай. Я чё-то дохнешь. Возрождение. КД там вроде. Народ, а 2 минуты. Где там рулет? Он завис, что ли? Нет, офигел. Что с рулетом? Завис, наверное. Лёх, забери мне 7. Лёху хитить. Блядь. Сука. Контроля нет. Что с рулетом? Завис, наверное. Хуй знает, он далеко где-то. Пиздец, блядь. В чем проблема, блядь? Ну, реально. Вам сложно один пол перевести на вторую фазу. Просто внимательно, блядь, провести пол. Мне просто уже начинает гореть, реально. То, что вы не можете просто один пол внимательно провести. Короче, ладно, окей. Сегодня расходимся, завтра. Если не можем... Давай лучше, да, типа завтра сходим. Значит, да. Там у некоторых саппорты закончились просто. Лучше каждый день понемножку, нежели в один день все сразу. Вообще нихуя нет. Окей, завтра пойду. Так, это... Начислю? Я не начислю. Я начислю 500. За вчера? За вчера, завтра. За РС-ку. Или до завтра не будет? Да, и за РС-ку не было. 1000 рисую. 1000. Может, Кават будет? Кавата поспрашиваю. Завтра на 7 часов вечера. Восьмая пати. Прости, япончик с лобик тут. Лобик тут. Япончик прости.